проще просто на порядок. И туплый можно выбросить. То есть обе вещи меня пугают. Обе это которые? Паттерн мэтчинг и вот это? И туплы. И туплы. Вот правильно. А туплы чем-то заменить планируется? А, как возвращать вот произвольную группу чего-то? Да? Смотрите, значит, тут есть такая ситуация. Есть такой закон физики, заключающийся в том, что если вы возвращаетесь в функции тупл из трех, ну хорошо, из более чем трех значений, то с вами что-то не так. Вот. То есть, ну, так просто не делают, на самом деле, никогда. То есть, из функции бывает, что возвращают одно значение, бывает, что два, бывает, что три. Это два библиотечных класса, пара и тройка. Да? Вот. Туплы могут довести это число потенциально до 22. До 23 уже нельзя, потому что в Java функция не может принимать больше 22 параметров. Так. Не может. Вот. Поэтому, соответственно, довольно странная получается вещь. То есть, с одной стороны, мы добавляем язык относительно там, синтаксически нагруженную, вообще довольно сложную фичу, ради того, чтобы не написать в библиотеке два класса пара и тройка. Как-то странно. Вот. На самом деле у туплов есть два важных очень применения. Одно применение, собственно, паттерн мэтчинг полный, там без туплов нельзя. И второе применение — это всякая там итерация по мэпам в виде набора пар там, и прочего. Ну, есть подозрение, что вот этот кейс с итерацией по мэпам можно решить каким-нибудь более легковесным способом, а паттерн мэтчинг просто такой страшный, сложный, про него надо целый курс читать отдельно, чтобы всем его объяснить. А я и так читаю очень много курсов, но не хочется.